Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Stepwagon Spada 2010 год, белый цвет, бензиновый двигатель объемом 2 литра, 150 лошадиных сил, АКПП, передний привод, литые диски хорошие, резина, пробег 217 тысяч километров, имеется спойлер, рейлинги на крыше, повторители в зеркалах, ветровики. По салону у нас ухоженный темный салон, не прокуренный, 3 ряда сидений. Дополнительный монитор на крыше, климат, кондиционер, мультимедиа, подрулевые лепестки, одна электродверь, режим эко, электрорегулировка зеркал,